модно стало все делать самим. Посмотрел в Ютубе, сделал дверные ручки Веста. Меняем быстро. Для тех, кто не любит слушать, вот здесь вот Т20 Торкс. Снимаем вот эту штуку, колпачок. И снимаем ручку, ставим новую, ставим колпачок, закручиваем Т20. Ставим заглушку, все ништяк. Для тех, кто хочет действительно сам поменять, не попав при этом в просак, буду более детально объяснять. Заглушку снимаем, видим вот отверстие под Т20. Если неправильно что-то вы сделаете, болтик, спецболтик, упадет вниз двери, придется дверь разбирать. Поэтому действуем аккуратно. Торксом действовать не очень удобно, поэтому срываю торксом, а дальше плоской отверткой подходящего размера докручиваю. При этом надо толкать отвертку туда, потому что болт должен смещаться. Крутим, толкаем, а второй рукой пробуем вот этот колпачок. Нам нужно открутить ровно столько, чтобы он вылез. Так, вытаскиваем. Все. Вон тот болтик. Вот он. Ручку открываем и тянем назад. И тянем. И сдвигаем. И вытаскиваем. Одно зацепление вот. Второе зацепление вот. Просто так поставить ручку не удастся. Нужно будет дотянуться вот до этого язычка и его подвести под первый крючок. Это как раз рычажок, который открывает дверь. Натягиваем на нее петельку. Ручку? Нет, не надо, паузу поставь. Это уже новая ручка. Заводим ее по левому краю, получается, по заднему. Вытягиваем этот рычажок. Закрываем ручку и защелкиваем на место. Отпускаем веревку, проверяем, ручка работает, и аккуратно вытягиваем веревку. Ручка работает, осталось поставить обратно вот эту заглушку, но смотрите, нужно продавить вот этот торксовский болтик на место, иначе он может, да, иначе он может выпасть, он может уйти туда левее, тогда начнете закручивать, он просто выпадет. Продавили, посмотрели, что все нормально, ставим колпачок и теперь уже закручиваем торкс изнутри. Проверяем, что держится. Проверяем дверь. Все отлично, ставим заглушку. Не зная этого, можно уронить болтик в дверь и можно промучиться с установкой ручки, потому что без веревочки это сделать, ну, по-моему, нереально.